Телемарафон «Безбергемы» стартует в прямом эфире 10 республиканских телеканалов. Он пройдет сегодня с 17:00 до 10 часов вечера. Пятичасовая трансляция посвящена пострадавшим от паводков казахстанцам, а также тем, кто помогает устранять последствия половодья. В их числе спасатели, волонтеры, медики и просто неравнодушные жители. Прямые включения планируются из 8 областей. Онлайн-трансляция будет доступна на официальных сайтах телеканалов или в социальных сетях.